Привіт усім, це моя професія і я ваша дівчинка блонда. Якщо ти хочеш бути знаменитим, тоді приєднуйся до нас. Сьогодні у «Моя професія». Дівчинка блонда підібрала спеціально для вас перевірені особисто зіркові поради. Спорт для покращення форми грудей. Ой-ой, судорога. Спокусливі танці з сідницями. Тренер, не можу. Десерт для розумного схуднення. Добавляю сироп, отлично. Масаж для ідеального обличчя. Тот ли мужчина в твоїй житті йде, или не тот? Та мейкап в стилі найкращої співачки року Світлани Лободи. Звізду бути непросто. Непросто, ні. Якщо ви перебуваєте у пошуках нового партнера, то ця порада саме для вас. Більше того, це підійде навіть тим, хто просто хоче підійняти або підігріти свої відносини. У Олі Грибачевой есть все ароматы женской силы, но я бы хотела для себя создать собственный, авторский, под названием «Влюбись в меня». И, конечно, в этом мне поможет Дэн. Дэн Хотос – парфюмер. Досвід роботи 6 років. Створює авторські індивідуальні аромати. Улюблений вислів – природні аромати здатні творити чудеса. Если у нас есть аромат «Влюбись в меня», то нам нужно сделать такой запах, который бы передавал определенную информацию. Я полностью доверяю тебе, абсолютно. Важно сделать его так, чтобы зрители, девушки могли его повторить для себя. Вообще, возможно дома и в домашних условиях наколдовать себе такого, чтобы не взорвалась квартира? В данном случае возможно. Тож, аби приготувати вдома аромат «Закохайся в мене», потрібно до 80 крапель сандалового масла. Сандал – точно моя історія. Додати 3 краплі масла троянди та 1 жасміну. Ой, вместе теж интересно. 16 крапель масла бергамоту додаємо в кінці. По-моєму, я такое їла даже. Ні, не їла. Точно пила. Парфум, котрий підкорюватиме чоловічі серця, готовий. Благодаря нашей программе вы познакомились с Дэном, прекрасный парфюмер, который создал мне вот такие чудесные авторские духи под названием «Влюбись в меня». Дієти – це, звісно, чудово, однак треба худнути з розумом, так як це робить Настя Кам'янських. І іноді дозволяє собі солодощі. Настя Кам'янських, естественно, никогда в жизни не ест сладкого. Хотя я думаю, что это не совсем так, потому что благодаря шеф-повару, новому шеф-повару ресторана «Мозги Бар» Володимир Фрідрік, шеф-повар, годує усіх, хто голодний незалежно від статусу. Досвід роботи – 10 років. Улюблений вислів – їсти потрібно з мозгами. Вы придумали супер блюдо. Это десерт «Мозги». И, конечно, я думаю, что Настя имеет возможность забежать на кухоньку, да ложечку откромсать от одного полушария. Конечно, конечно. Все просто. В домашних условиях приготовить вообще на раз-два. Да. Ну, собственно, в миску выливаем сливки. Сливки, прям, да, 30%. Чуть их, ну, буквально чуть-чуть там взбиваю. Чуть-чуть. Не надо в пену взбивать, буквально чуть-чуть. Затем я добавлю чуть-чуть сиропа. Отлично. Чуть-чуть пудры. Ну, сладенькое должно быть. Сладенькое. Пудру для тех людей, кто сидит на диете пожизненной, на диете, как я, то можно добавить сахарозаменитель жидкий. Ого. Как бы для Насти так и делаем. И добавляем желатин. Я его предварительно размочил в теплой воде. Ага. В моем детстве были десерты только на основе желатина. И вафельный тортик с сгущенкой. Со сгущенкой. Это на самом деле очень здорово. Да, да. И просто я помню, что вот все, что мама готовила, это все было желатином. Желе желатином, пунш желатином, все желатином. И даже такой вкусный торт она делала, заливала это все желатином. Поэтому у меня к желатину особая любовь. Теперь же мы должны это залить всю форму. Гениально. Форма, куда вы вот будете заливать. Вот эта чудесная формочка похожа на как бы мозги. А сколько плюс-минус в холодильничке она должна лежать? Ой, 2 часа в холодильнике. Два часа в холодильнике. Да, обычный холодильник, 2 часа. Шеф-повар мозги бару подготовился до нашей встречи заздалегідь. Тож девушка блонда сможет скуштувати десерт уже за кілька хвилин. Осталось только оформить. В принципе, ничего сложного. Мы просто достаем их из формы. А, вот так красиво получилось это. Вот так вот, да. Ух ты, ну действительно, точно мозги. Все гениальное просто. Mm-hmm.
уже не от меня убегают. Мозги всегда от меня бегут. Нет, нет, все хорошо. Оп-оп-оп. Круто. Перфекто, шеф. Спасибо. Перфекто. Дай Богу здоров'я. Спасибо. Сексуальні підтягнуті груди – це бажання будь-якої жінки. Якщо ви хочете мати це абсолютно безкоштовно, тоді це вправа для вас. К сожалению, природа наградила не всех девушек такой шикарной грудью, как у Навро. Но если бесконечно заниматься спортом, то ваш бюст будет великолепен. Катерина Пуцова – майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, фахівець в області рекреації. Досвід роботи – 11 років. Улюблений вислів – усі перемоги починаються з перемоги над собою. Нам достатньо буде трьох упражнень для того, щоб грудь тримати в тонусі. Першу вправу виконуємо за допомогою лавки та бодібару. Це качає, я так розумію, ці от бокові мишці, щоб там лишнього жирка не випадало. Главное, чтобы после этого упражнения не нужно было ходить к дантисту. Поэтому, мои дорогие, берите на всякий случай не сильно тяжелый бодибар. Для другой вправы знадобляться гантели. Локти чуть-чуть присогнуты. Угу. Делаем вдох. На выдох в исходное положение. Кать, скажи, а сколько нужно повторений вот этого упражнения? Разводку мы будем делать 12-15 раз. Да. 3 подхода. В принципе, это даже можно делать в домашних условиях, где-то прилечь на какой-то пуфичек. Вместо гантелей можно взять пластиковые бутылки, наполненные водой. Моя профессион попереджает, что жодна вправа для грудей не збільшить их размер, адже... Исправить размер можно при помощи хирурга. При помощи хирурга. Я знаю, что если слишком увлекаться вот этими всеми делами по спорту, то можно даже высушить молочную железу. До того ж, еще одна проблема. Когда мы худеем, худеет и грудь. Вот в чем проблема. И хотелось бы похудеть, быть в том, но чтобы твой четвертый размер груди, который у тебя есть по природе твоей, остался там. Тож переходимо до останньої, третьої вправи, яка надасть грудям будь-якого розміру неперевершеного тонусу. Отжимание, перекат мяча, ловим. Снова отжимаемся, перекат, ловим. Отжалась, поднялась, перекатила, как бы чтобы не скучно было. О, не глубоко, еще сложнее. Ой, боженьки мои. Как-то тирамису вкуснее, вот я тебе так скажу. Вот согласна. Тренування для грудей завершено. Наша девушка-блонда отримала ни с чем незрівнянне задоволення. Вот они, вот мои мышцы груди. Видно вам всем? О! Ой-ой, судорога. Далее у «Моя профессион». Я, например, не верю в то, что носогубки могут разгладить массажи. Массажи делают чудеса. Когда утром просыпаешься и немножечко отсек... Да, это противотечная тенюшечка. Боже, класс. Дороговалютно. Ой, пойду в этом домой. Спокусливі танці сідничками покращують не лише настрій, а й особисте життя. Пропоную підняти свої сіднички з диванів і прекрасно зайнятися танцями. Когда у Регины нет времени заниматься серфингом, она, конечно же, танцует. Сегодня, чтобы научиться классно в Украине танцевать супер-танцы, нужно обращаться именно к этим ребятам. Амадор Лопес та Олег Серафин. Шоу-балет, поп-гурт. У 2011 році зареєстрували рекорд Гіннеса за найбільшу кількість учасників у хореографічному номері. Досвід роботи – понад 11 років. Улюблений вислів – все будет карнавал. Мы приготовили сегодня очень вкусный коктейль танца, как мы называем. Сегодня будет тверк, бути-денс и основы афро-денс. Поэтому ты готова? Или просто в народе танец попы. Та перш ніж дійдемо до сідничок, треба трішки шию покрутити. Теперь работаем носиком. Вперед-забрала. Шию розігріли. Час задіяти інші частини тіла. Корпус права, лево. И снова. Какая красота. Посмотрите, и можете поиграть волосами. Очень важно, тут, видимо, женская манера. Да? Вот так.
Открой, пожалуйста, вправо. Експрес розогрів. Що ж таке? Щоб вправно крутити сідницями, треба ще розігріти поясницю. Тренер, не можу. Моя дівчинка, ти красотка, давай, ти все можеш. Лінчик, красота треба жити. Ну, ребят, пока. Не надо. Розогрівається. Наша дівушка блонда і уявити не могла, що танці можуть бути настільки виснажливими. Ми кажемо, що просто виражати легше. Ти сама все сказала, розумієш? Тянеться, тянеться, вперед і назад, не работай коліна, все внизу. Раз, два. Помимо этого, у тебя будут красивые, подсушенные, накрашенные, правильные ножки. А теперь задеем сиднички. Что ж такое? Это такая наша обезьянка на заборе. Тряска. Ну що, йдемо далі? Звісно, адже ці енергійні рухи покращують не лише форму сідниць, а й зменшують об'єм талії. І швидше. Та-т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 а. І це ще не все. Попереду сексуальні рухи на килимках. Ні, ви не гадіть, у тебе от тут лежали. Приказ движення. Па-па. О, так. Копчик, копчик. Па-па. Давай, наклонились, моя девочка, работаем. Не прыгай меня, не прыгай. О, вот. Сейчас, сейчас, о. Сейчас, хорошо, еще можешь, давай. Кайфуешь? Нет. Кайфуй, давай, кайфуй, кайфуй. Наразі кульмінація сьогоднішнього тренування. Давай, такі вот образи. Давай, раз, два, три. Клас, вот это штука. Так что, девушки, приходите, класс. Смотрите М1, и самая крутая телеведущая, конечно, наша блонда. Поради для ідеального тіла ви вже знаєте. А тепер ніяких ін'єкцій, лише самомасаж. Я, конечно, больше верю в инъекции красоты, но лицо Оли Горбачевой – это самый пример, когда массаж для лица действительно работает. Моя профессион нашла лучшего специалиста, который на сегодня научит делать самомассаж лица. Олена Симоненко. Косметолог, досвід роботи 25 років. Провідний викладач косметологічного коледжу. Улюблений вислів, що ніхто не створив нічого кращого за масаж обличчя. Я, наприклад, не вірю в те, що носогубки можуть розгладити масажем після 35 років. Ну, як це можливо? Масажі роблять чудеса. И недаром они прошли через тысячелетия, потому что люди всю жизнь использовали массажи. Правильно, тогда же не было гиалуроновой кислоты, не было всех других инъекций. Мышцы лица, они отличаются от строения мышц на теле, потому что одна часть мышцы, она крепится к кости, а вторая часть врастает в кожу. И если мы просто будем инъекциями работать только с кожей, а инъекции так и работают, а мышца будет оставаться дряблой или сильно расслабленной, она будет давать складку. Поэтому массаж приводит к тонусу и расслаблению одновременно, к гармонизации мышц. Поэтому у нас идет омоложение не только поверхностно на коже. Но и внутренне глубоко. Безусловно. А ну показывайте мне. Вам нужно только поставить пальчики вдоль ваших бровей. Вот таким вот образом. Так, внимательно. Да. Плавными движениями поднимаемся к росту волос. По лбу я поняла. Значит, вот так мы проводим, глубоко ведем к зоне роста волос. Зеркало нашей души – это глаза. Двумя пальцами я как открываю глаза. И кончик брови, где у нас как раз гусиные лапки. Таким образом снимется напряжение. Обязательно женщинам, кто имеет плохое зрение, но не носит очки, нужно корректировать зрение, потому что гусиные лапки будут проявляться. Я пытаюсь так разглядеть, там тот ли мужчина в твоей жизни идет или не тот. Абсолютно точно. Большим пальцем на противоположной части лица плотно крылу носа уходим в сторону. Посмотрите, вот этот наплыв,
Это мышцу, которую я снимаю напряжение. Таким образом, каждая женщина сорвет с себя маску Пьеро. Опущенные уголки рта. И в то же время носогубная складка не будет такая выражена. В круговую мышцу рта врастает 18 мышц. Ух. Все лицо мы корректируем благодаря круговой мышце рта. Как же поцелуи влияют на массаж. Это очень хорошая микроциркуляция. Надо почаще этим заниматься. Да, обязательно, обязательно. Я рекомендую всем своим пациентам. Посередине вы захватываете губы. Губы захватываю, двумя да. пальцами. Вот этим движением вы создаете эффект нацелованных губ. Все движения нужно хотя бы 3-5 раз повторять. Снимается, соответственно, агрессия, злость, которая могла накопиться в течение дня. Бывает, и с утра бывает. Сколько каждая из процедур для каждой зоны по времени должна длиться? Лена, это массаж, который я показала, это массаж для ленивых. Весь массаж займет у вас 1,5 минуты максимум. 1,5 минуты? Да. Вы приняли душ, сделали массаж и нанесли крем. И макияж. Совершенно точно. Все-таки со звездами встречаться очень полезно. Если бы не Ольга Горбачева, я бы никогда не узнала про чудодействие массажа для лица. Після массажа робимо зірковий мейкап. Відчуй себе справжньою суперспівачкою 2016 року. Макияж Светланы Лободы на премии M1 Music Award привел всех в восторг. Мы пришли к звездному визажисту Марине Борщевской для того, чтобы она нас научила выглядеть как звезда. Марина Борщевська – зірковий візажист. Досвід роботи понад 20 років. Улюблений вислів – «Я люблю те, що я роблю. І я роблю це з любов'ю». До того, как начать делать глаза, надо отметить, что у Светы очень классная коррекция лица. Вообще удивительная. Слепленная, да? Поэтому также постараемся слепить такие скулы, да, как у Светы, глубоко посадить их. Поэтому я высветляю себе, ну, скажем, выступающую часть скулы. И уводить будем в тень сейчас скулу внизу, то есть будем делать такие провалы, фирменные Светаны. Смело набираю темный корректор. Давай втянем скулки, чтобы у нас появилась такая очень явная линия. Смотри, вот так прикладываем ручки, и эта линия, видишь, прочерчивается. То есть не выдумываем ничего сложного, вот мы по этой линии действуем с тобой. За счет того, что кисточка круглая, я делаю много вот таких повторяющих движений, за счет этого растирается и получается очень мягкая такая коррекция, да? Она получается такой дымкой мягкой. Лицо мы с тобой слепили, да? Кстати, я вот у Светы спрашивала, она при своем росте, она достаточно высокая девушка, весит 50 килограмм. Да, она худенькая очень, да, ну красотка. Худенькая, мне кажется, все в грудь у нее ушло. Не завидуй, да, улыбайся, потому что пришло время руды. Я смешала все три цвета, чтобы получилось такое что-то естественное. Света – это наш, Света. Это наш маяк. Конечно, в ее макияже самое главное – это глаза, потому что, мне кажется, ее фишка вот в ее форме, они у нее огромные, они глубоко посажены, они с таким объемным веком. Да? У тебя совершенно другая форма глаз, но мы попробуем это сымитировать. Начнем со стрелок и теней, а вот начнем с туши. С туши? В данном случае у нас с тобой ресницы будут играть роль корректора формы глаза. То есть мы с тобой будем вытянутую форму такую, мы потом будем рисовать стрелку, и стрелка уже будет идти за формой ресниц. Мы сейчас наклеим ресницы и за вот этой линией, стремящейся за этим штрихом, будем рисовать стрелочки. Вниз смотрим, не закрываем глаз. Это обязательное условие, когда мы рисуем стрелки. Смотри, необходимо вот эту вот первую, скажем, вдоль роста ресниц линию сделать, а все, что будет уходить за границы глаза, нужно смотреть обязательно ровно. И вот сюда, куда смотрит ресничка, туда же мы ведем хвостик. Вот такая история. Вот такая вот стрелочка, понимаешь? Активная. Ну, звездой быть непросто. Непросто, нет. Когда утром просыпаешься и немножечко отсек, по разным причинам он может быть, очень выгодно делать такой макияж. Да, эта тень в этом месте называется противоотечная тенюшечка. Прекрасно. Ну и там, кроме глаз, были прекрасные губы, если помнишь. Такие выразительные, они такие сочные. Какой красивый цвет, какой-то немножко сливка.
А такой вот он прям розовенький хайлайтер. Смотри, как он хорошо работает с цветом помады. Какие мне света? Ну прям вообще. Обличчя і тіло готові. Залишилося лише додати стильну фішку до вашого зіркового образу. О боже, это заговор! Оля Полякова впервые появилась на фотосессии без кокошника. Она была в платке. И виной этому всему Андре Тан. Мы специально идем к нему для того, чтобы узнать, как правильно, модно и стильно завязывать тот самый платок. Андре Тан – український дизайнер, законодавець напрямку смарт-кутюр. Свою першу сукню створив у 9 років, а нещодавно відсвяткував 15-річчя власного бренду. Улюблений вислів – «Welcome to the planet, Андре Тан». Андрей, я знаю, что ты придумал мега-альтернативу для Оли Поляковой, которая является лицом твоего бренда этого сезона. Когда мы делали съемку рекламной кампании, Оля привезла 4 огромных вот таких чемодана с мой рост кокошников. О, они есть всякие разные. Я сказал, Оля, я не успел отвернуться, я уехал буквально на 15 минут, мне там нужно было поговорить с человеком. Я приезжаю, Оля стоит уже с кокошником, говорю, Оля, нет. Мы снимаем. Это сжигаем, мы снимаем. Поэтому мы предложили маленькую, красивую, такую элегантную косыночку. Боже, как это мило и приятно. Тогда мы можем приступить к тому, чтобы по-правильному, по-стильному, по-модному научиться вязать платок, который, мне кажется, никогда не выходил особо из моды. Сейчас он набирает свои обороты, скажем так. Набирает обороты. Тогда давай будем вязать платок. Мы вяжем на голову? На голову, но не на мою в этот раз, потому что я в кашкетике. Мы просто берем красивый платок, складываем его пополам и начинаем фантазовать. Если вы красотка, тогда мы просто делаем красиво-модно, как в последней коллекции Dolce & Gabbana. Для этого, в принципе, важно это что? Натуральный шелк и дорогая ткань. Все. Второй вариант. Я предлагаю с этого же платка, допустим, мы просто делаем несколько вариантов, мы просто берем и завязываем, допустим, и делаем это вот так красиво, да? Делаем вот так, допустим, да, можем делать вот так, как угодно, можем делать наоборот вот так. Ой, да, это интересно. Скажи, и у нас это смотрится дорого за недорого. Да, да? Дорого за недорого, прекрасно. Но я сейчас предлагаю совмещать несколько платков одновременно, да, то есть, допустим, мы берем горох, нами любимый, цвет мяты, такое дерево, да, и берем их просто вместе скрещиваем. Мы берем и просто накручиваем. Смотри, как у нас красиво получается. Боже, да. Прокручиваем несколько раз. Я еще нашла такой. Нет, третий мы тебе уже завяжем, да? Тебе, кстати, сейчас по стилистике очень хорошо. Горох крупный. Крупный, вообще. Тренд года. Ну я в шоке. Вот так просто. Все, никаких вот выдумок просто, не нужно. Никаких, я вас прошу. Все сейчас в моде очень просто и элегантно. Замечательно. Ой, тебе вообще. Боже, класс. Дороговалютно. Ой, пойду в этом домой. Хочется мне теперь какой-то платок, да? Ну ты же тоже в тренде в удивительной полоске. Поэтому я думаю, что сегодня у нас все прекрасно получилось. Раз, два, три. Да? И все. И вы готовы. Дивіться у наступному випуску «Моя профешн». Девушка-блонда дізнається про все з життя Діми Монатіка. Почему ви не ростете? Будьте дороже. Особистий дизайнер співака обере найкрутіші головні убори. Хореограф Діми навчить танцювати в стилі Монатіка. А піар-менеджер готувати улюблений салат артиста. А ще девушка-блонда спробує вивідати у Діми Монатіка все про його особисте життя. Мені от частю шоу сім'ю робити не хочеться совершенно. З вами була моя профешн і я ваша дівчинка Блонда. Далі буде ще цікавіше. Побачимось!